Всем привет, с вами Эмиран, и сегодня я расскажу, как начать играть на Mortar RP. Нужно в любом интернете набрать Mortar RP. Там сразу же высветится первый сайт. У меня что-то не работает. Вот Mortar RP, вот первый сайт, заходим по нему. И... да, такой идет 5 секунд. Затем, после загрузки страницы, нажимаем «Как начать играть». Тут скачайте наш лаунчер и установите его. Он у меня установлен, поэтому вы его скачаете, установите. Там лаунчер. Далее заходим. Вот у вас будет Mortar Launcher и Mortar RP. Заходим в лаунчер. И тут мы сменим ник. Вот мой ник такой. Если вы хотите, вот нажмите на шестереночку, тут будет FPS, с которым вы хотите играть. 90 и включить счетчик FPS. Все, записано. Теперь можно заходить в саму... сейчас. Вот, теперь нажимаем кнопочку Offline, такая серая кнопочка. И тут, перед тем, как зайти в игру, нажимаем настройки. Установка языка и на русский. Дальше заходим в дисплей. Отключаем тени и отключаем отражение машин. А дальше по вашему желанию. И заходим на первый сервер. Если же у вас, как у многих, такая вот проблема в том, что появляется черный экран при нажатии кнопочки офлайн или игра не запускается, заходим в Mortar Launcher, обновляем клиент, первая кнопочка. Как только мы его обновили, устанавливаем клиент. И там будет такое окошко. У вас уже установлен этот клиент, поэтому вы его пропустите или удалите. Нажимаем удалить. Оно все загружается. Нажимаем установить автоматически. Я этого показывать не буду, потому что это очень долго. Там будет выбор Light версии или Full версии. Full – это когда мы можем играть и в саму сюжетку. Нажимаем Light-версию. Я сейчас ничего не делаю. Вы будете нажимать Light-версию. И установить. Оно все установится. Снова сменим ник. Оно будет вылететь, применить. И снова в настройках счетчик FPS. И там тоже в самой игре все так же делано, как я показал немного ранее. После этого мы можем спокойно играть. Я играю на первом сервере, а буду снимать на втором. Вот мой ник на обоих серверах, вы видите на экране. Я разобрался сразу в двух проблемах. Первое, как поиграть в сам на телефонах. И второе, что делать, если у меня черный экран или вылетает. Теперь мы можем зайти спокойно на Mortar RP. Нажимать кнопочку офлайн, заходить в настройки, выбирать русский язык, заходить в дисплей, отражение машин, тени, выключайте тени, выключайте отражение машин. И все. И также делаем точно, если у вас все время вылетает, лагает, крашит. Это спасает от всех проблем. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем удачи и всем пока.